Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это очередной выпуск с моим пак-опенингом в Pro Evolution Soccer 2021. Приятного вам просмотра. Итак, это наше первое открытие в сегодняшнем выпуске. Четыре иконы. Четыре иконы нам будет сейчас с вами доступно. И самое, ну, естественно, высокорейтинговое — это Диего Марадона, царство ему небесное. Но я бы все-таки либо Марадону, либо Кройфа хотел бы получить. Но также есть один игрок с самым низким рейтингом, которого я бы тоже не против был получить, это, естественно, Андрей Аршавин. Поэтому сейчас 4 попытки, ну и посмотрим. Самая низкорейтинговая — это 85-я икона, поэтому мы сейчас посмотрим с вами, какая все-таки икона упадет нам. Это самый, можно сказать, легендарный пакопенинг. Я зашел, а здесь сразу 4 иконы, вообще замечательно. Так, ну правая нога, пока что вообще трудно кого-то здесь определить. На Луиса Фигу похож. Ну, это Дека. Понятно. Я по бороде хотел определить. Ну вот, самая низкорейтинговая икона. Раз. Поехали за второй. Внимание. Так, правая нога снова бело... Ну, так, вот сейчас интересно. Ну, не. Это нападающий какой-то. Это Андерсон... Нет, мне показалось, это прям нападающий какой-то. Но это не есть, это 90-й. И мне кажется, это прям 100% он залетит к нам в состав. Андерсон есть, будет вообще замечательно увидеть у себя в команде. Поехали, третья икона. Это защитник. О, Паоло Мальдини. Замечательно, 88-й рейтинг. Тут вот интересно уже. Ну и все. Последняя икона сейчас. Либо Аршавин, либо Армандо и Кройф. И все. Больше мне никто отсюда не нужен. Только вот, пожалуйста, одну из этих трех икон, которые я сейчас перечислил. Снова правая нога и снова беленький. О, ну это Бекхэм. Серьезно? Очередной Бекхэм? Дэвид Бекхэм. Какой у него рейтинг? 87. У нас что, такая же, да, вроде карточка с вами? Мы сейчас глянем. Вроде точно такая же. Поэтому сейчас вкачаем его друг в друга. Вот такие вот дела. Ну и сейчас у нас три черных мячика еще. Там нету иконы, естественно, там только вот обычные футболисты, но именно с черной редкостью. Поэтому давайте Месси, там Неймар, почему бы нет, Мбаппе. Мне бы очень хотелось поймать Мбаппе, но выпадает игрок Реала. Это Азар. А, это Модрич, вот это интересно. Лука Модрич. Ну тоже вот не знаю, но посмотрим. 86-й рейтинг, что-то нам вот пока не сыпет отсюда. У нас в прошлом выпуске отсюда Лукаку выпал 86-й. И пока что Модрич 86-й не перебивают. Давайте мне Мбаппе. Я буду прям вообще доволен. Я его так вкачаю. Франция. Ну, либо Неймара, либо Мбаппе. Так, правая нога. Но это даже Леон. Это Депай. Это Депай. 85. Понятно, на понижение даже пошли. И последний черный мячик. Все, я говорю, либо Неймара, либо Мбаппе. Ну, лучше бы, естественно, Мбаппе. Ой, это вообще другой мир. Что, Левандовский нам сейчас выпадет? Это Роберт Левандовский. Или нет? Это Зюли, да? Да, это Зюли. Эх, так хотелось сейчас нормально, прям такой нападающий хороший. Но, в общем, из этих мячиков нам выше 86 ничего и не выпало. Вот такие вот дела. А звездочки я пока что оставлю, потому что лучше подожду. Не вижу смысла открывать сейчас здесь. Например, иконик момент Челси. Что там, Чех и Лэмпорт, все. Остальные, ну, не знаю. Лучше потом бы потратил 250 и открыл бы сразу трех футболистов. Что здесь, например, у нас?
Команда недели у нас здесь Гризман. Самый интересный и все. Ну, нет, пока что. Лучше мы сбережем, когда будут там паки по три футболиста. Ну что же, нам выдали Паулу Дибалу. Я не знаю, зачем вот это вот было сейчас просмотр, хотя там один единственный игрок. Паула Дибала также нам вроде выдавали Криштиану Роналду, Лионеля Месси, если я ничего не путаю. Ну и вот сейчас Паула Дибала присоединяется ко всей нашей компании. Причем еще вот 91-й оттянутый форвард. Ну, замечательно. Паула Дибала залетает в наш клуб. Так, ну здесь вот вышли интересные наборы. Spanish League, вот это вот испанская лига, клуб Stars, все такое. Поэтому давайте мы даже два пака откроем. Один за монеты MyClub и второй уже за вот эти вот джипышки. Итак, ну будем надеяться, что здесь нам хотя бы золотой игрок какой-нибудь выпадет. Мы отправимся с вами в Великобританию, в Англию. И серебро. Ну это Джесси Лингард, замечательно. У нас он даже, наверное, на скамейку резервистов не попадет. Лингард, Телло и Мелеро. Ну и второй такой же набор, только теперь уже за очки джипы. Ну, будем надеяться, что здесь хотя бы не серебро, хотя бы золото. И мы отправляемся в чемпионат, естественно, Испании. Золотой мячик, это левоногий футболист. Лемар. Это Ренан Лоди, левый защитник, очень интересный. 83, неплохо. Мирамон и Пеле нам выпал. Замечательно. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.